Вопреки расхожему мнению, самая страшная сила вовсе не красота, а эволюция. Живым доказательством того могут служить хвостатые обитатели подземного перехода на площади Пушкина, а именно крысы. Эта видеозапись была предоставлена нам одним из телезрителей. На ней видно, что грызуны чувствуют себя под мостом прекрасно. Ультразвуковые приборы, призванные отпугивать крыс, больше на них не действуют. А местные власти, прикрываясь наличием тех самых ультразвуковых установок, больше ничего не предпринимают для борьбы с опасными грызунами.